Всем привет, с вами снова я, Анастасия Кучер. Сегодня мы будем запускать дизельный генератор Кипор модель 6500 КДЕ. Я бляпаю эти. Сколько, ведро уже влили, не? Несколько раз мужчины поссорились, позаливали масло, несколько раз мерили, хватает ли у масла. В общем, генератор завелся, Кипор работает. К нему, что к нему подключили? Дрель? Что это было? Перфоратор. С перфоратором справился отлично. После того, как завели генератор, все отлично, но я чувствую себя немножечко неловко, потому что мужчины не обращали на меня особого внимания. Все внимание было устремлено генератору Кипор. Ну и ладно, Кипор – это мое детище, и я очень рада, что он остался не без внимания. С вами была компания «Электромотор», и я Анастасия Кучер со спешкой и доставкой специально к вам.